Лариса Касатка теперь одна из тех, чья фотография красуется на доске почета. Учительница преподает математику в гимназии номер 1 имени Владимира Ильича Ленина. В детстве очень много играла в школу. Свой профессиональный путь в жизни еще маленькая девочка выбрала сама. И от выбранной однажды дороги педагог никогда не отступала. Профессиональный стаж Ларисы Павловны больше 40 лет. 25 из них проведены в первой гимназии. Мне очень повезло. Повезло, потому что у меня, я считаю, очень хороший коллектив. Хорошие коллеги, администрация, которая поддерживает всегда. И на моем пути встречаются замечательные дети, их родители. И вот это все сотрудничество нам дает, в общем-то, такие достаточно хорошие результаты. И работать очень комфортно. Познавать новое, все время учиться, знакомиться с гаджетами и новыми технологиями. В своей работе Лариса Павловна всегда находит плюсы. О том, что учительница выбрала правильное дело в жизни, говорят результаты ее работы. За все время преподавания Лариса Касатка обучила не одну сотню школьников. Среди них призеры различных конкурсов и олимпиад «Стобальники». Я вот в этом году выпустила детей, был 31 ребенок, тоже физико-математического профиля. Из них 10 человек остались в Ульяновске, 20 человек уехали из этого города. При этом 16 человек учатся в вузах Москвы. И, в общем-то, практически все дети поступили на бюджет, чему я очень рада. И я им желаю только счастья. Чтобы достичь таких высоких результатов, учителю нужно уметь найти правильный подход к каждому ребенку. Урок – вещь непредсказуемая. Преподаватель должен продумать каждое занятие, стараться разнообразить подачу материала, использовать всевозможные технологии. С этими задачами Лариса Павловна справляется на отлично. Тому подтверждение – отзывы любимых учеников и коллег. Вообще, Лариса Павловна – это прекрасный учитель, одна из лучших в школе вообще. Она прекрасно преподает свой предмет. Тем более, мы как физико-математический класс, нам это очень важно, чтобы у нас урок математики был максимально, как бы сказать, точно объяснен, максимально понятно нам, чтобы мы получили большее количество информации в краткий срок. У нас очень много чего надо учить. Я бы сказал, что это педагог с большой... Вы знаете, она очень востребована среди родителей, родительской общественности. Она очень востребована среди детей. Вы знаете, кроме того, что это авторитетный, грамотный специалист, она еще очень хороший человек, очень веселый человек. Она, в принципе, душа и компания. Ежегодно на доску почета заносят имена лучших учителей, достигших значительных успехов по итогам прошедшего учебного года. В этом сезоне в нее были вписаны имена 35 лучших педагогов. Это работники не только школ, но и высших учебных заведений, детских садов и специализированных интернатов. Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.